Убийца пастуха получил 17 лет колонии строгого режима. В Саратовском областном суде вынесли приговор 27-летнему Роману Свиридову. По версии следствия, 5 октября прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осужденный вместе с двоюродным братом приехал к загону баранов в селе Ягодная Поляна. После беседы с пастухами фермы Свиридов решил похитить двух баранов. Охранявшие загон мужчины отказались отдавать животных. Тогда осужденный выстрелил из ружья в голову одному из пастухов. Мужчина скончался на месте. Второй пастух сумел убежать. Поймать убийцу сотрудники правоохранительных органов смогли уже на следующий день. По словам государственного обвинителя, задержанный сразу признался в содеянном. Решением суда ему было назначено наказание за убийство и разбой сроком на 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. С учетом характера общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, я считаю, что это наказание является справедливым, и прокуратура его обжаловать не будет. В прениях сторон разгорелись споры о необходимости либо отсутствии необходимости признания такого отягчающего обстоятельства, как нахождение в состоянии алкогольного опьянения. Очень спорила с этим сторона защиты. Тем не менее, судом данное отягчающее обстоятельство признано.